Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 29 серпня 2019 року на сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект про визнання таким, що втратив чинність, закону України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. 40 підприємств з цього переліку розташовані на Миколаївщині. 2 вересня на зустрічі з керівниками центральних органів влади президент доручив ухвалити цей законопроект до 1 жовтня 2019 року. Отже, сьогодні говоримо про підприємства, що не підлягали приватизації і, можливо, підлягатимуть. І якщо ці підприємства зможуть бути приватизовані, чи гарантує це підвищення їх ефективності? Це загальні питання. А говоримо ми із Володимиром Євсєєвим, директором регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області. Вітаю, Володимире. Добрий день. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Якщо маєте запитання, побажання, телефонуйте. Ну і перш ніж, власне, почати обговорювати цю таку насичену тему, я пропоную, оскільки коментарів офіційних немає, хотів сказати практично, просто немає, ні від урядовців, ні від народних депутатів, пропоную послухати, що говорив з приводу цього законопроекту і про приватизацію взагалі президент Володимир Зеленський на вже згаданій зустрічі 2 вересня. Будь ласка, пряма мова. Про запуск масштабної приватизації. Прийняти законопроект про скасування переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Термін до 1 жовтня 2019 року. Відповідальний голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Уряду сформувати перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації. Конкретний список. Відповідальний Гончарук Мілованов. Передати не менше 500 підприємств до Фонду державного майна України для малої приватизації через аукціонну систему «Прозоро-продажі». Термін до 1 грудня 2019 року. Відповідальний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки та торгівлі Тимофій Мілованов. Розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації і залучення інвестиційних радників. Термін до 1 грудня 2019 року. Відповідальні Олексій Гончарук, Тимофій Мілованов. Провести перший конкурс і провести його не пізніше 1 квітня 2020 року. Прем'єр-міністр відповідальний Гончарук і міністр економіки Тимофій Мілованов. Отже, до 1 жовтня має бути прийнятий закон про скасування переліку підприємств, які не підлягають приватизації, власне, котрий став приводом для сьогоднішньої нашої розмови. І я, і ви, готуючись до програми, переглядали цей закон ще від 1999 року. Справедливості ради там є зовсім застарілі формулювання, наприклад, щодо підпорядкування деяких структур Мінтрансу, так, Мінпромполітики, це міністерство, котрого вже, ну я не знаю, ну років 10, мабуть, не існує в Україні. Хоча це закон досі чинний із змінами аж до 2018 року. Наскільки він застарів, це перше запитання, чи можете ви оцінити? Ось цей закон – це одна із частей священної корови части політиків, які декларируют социальную ориентированность, которые отстаивают якобы интересы народов. И эти люди, безусловно, придумав этот закон, пролоббировав, приняв этот закон, в дальнейшем неоднократно к этому списку возвращались их последователи, но каждый раз они упирались в том, что на самом-то деле это как бы богатство этой страны. Это богатство этой страны, это равно богатство этого народа. Поэтому, само собой, разумеется, то есть логика такая, это мы продали, это мы распродали, это мы еще каким-то образом там приватизировали, а вот это вот давайте оставим для того, чтобы не посеять социальный взрыв. И насколько я понимаю, вот действительно наша сегодняшняя передача в том числе вызвана достаточно большим шквалом вопросов, которые вслед за темой кризиса, который посеял министр экономики, сказав, что надо готовиться к кризису, теперь вот большинство наших сограждан обсуждает, а будет ли приватизация вот реально на нашей территории и те объекты, о которых вот в этом списке, там их около 50, по-моему, да? Ну, то есть, да, эти объекты,
объекты будут выброшены на рынок, и, само собой разумеется, страшилки предыдущие, они в умах у людей, ніхто їх не убирав, тому вони цього бояться. Я хотів до цього пізніше повернутися, але одразу тоді уточню. Приватизація може означати не обов'язково продаж контрольного пакету акцій. Конечно. Тобто може бути часткова приватизація. Да. І саме про це, напевно, говорять автори законопроекту, говорячи про те, що нинішній статус цих підприємств не дозволяє інвестувати в них. Безусловно. Конечно же, будущий владелец предприятия, будущий инвестор, который хочет купить, ну, например, припортовый завод или там, южно-турбинный завод «Заря», он, безусловно, хочет быть владельцем всего пакета. Ну, как минимум, контрольного пакета. Потому что он будет принимать решения, он будет нести какие-то ответственности, он будет вести переговоры с международным сообществом для того, чтобы все это делать. И быть ему миноритарием, там, владеть там, 10, 20 или 30% там, блокировочный какой-то пакет, неинтересно, потому что ты действительно не можешь тогда привлечь сюда ни кредиты, ни заимствования, ни инвесторов, которые могли бы прийти и с этим работать. Понимаешь гарантию. Безусловно. Вот мы имеем сегодняшнюю ситуацию с Запорожским заводом «Мотор Січ», где уже много лет можно было бы его продать, потому что это акционерное общество. Вот. И очередная попытка прийти китайских инвесторов столкнулась не с непониманием со стороны украинских чиновников и не со стороны украинского народа, а со стороны американского госдепа, который не захотел эту сделку, потому что якобы это усилит китайскую армию, которой они же, американцы, поставляют самолеты с авиационными двигателями, но только своего собственного производства. Я здесь багато про це чув, але лише на рівні чуток. У вас є підтвердження того, що саме Держдеп вплинув на... Ну, я лично читал заявления, которые были опубликованы на наших украинских сайтах, не похожи на фейковские заявления. Угу. Заявления, которые рекомендуют рассмотреть, и в том числе вот к этому привязывали там определенный маленький стоп-лосс по ограничению помощи военной для Украины, а потом снятие. Бизнес и государственность в мире, она переплетена настолько, что абсолютно логично лоббирование. Там это в законодательном уровне прописано. И само собой разумеется, они хотят продавать американцам в Китай свои собственные полностью укомплектованные самолеты, а не только отдельно фюзеляжи, крылья, и потом, чтобы те собирали и ставили украинские турбины. Так, до речі, поруч із нами ви бачите на екрані відео із декількох миколаївських підприємств. Це підприємства, котрі досі перебувають у переліку стратегічних, ті, що не підлягають приватизації. Більше того, всі вони входять до державного концерну «Укроборонпром». І те, що ми їх показуємо, не значить, що ми вже, так би мовити, погоджуємося із тим, чи констатуємо, що вони будуть приватизовані, тому що, зокрема, друга теза, яка прозвучала у прямій мові президента, що ми чули, уряд має розробити список стратегічних підприємств. Щоправда, на відміну від інших тез, тут не вказана дата. Можливо, просто президент її пропустив, до якого саме терміну, тому що решта законопроєктів, котрі він озвучив, і рішень мають бути прийняті до конкретної дати. Тобто, все ж таки, новий перелік підприємств має бути створений. Однозначно. Наскільки він може відрізнятися від того, що є? Крім того, що там по два чи по три рази, наприклад, «Зоря», «Машпроект» і «Зоря», «Машпроект» згадувалися. Я думаю, що цей список уменьшиться вдвоє. За рахунок? Тобто список 99-го року, по сравнению з тим списком, який буде, скоріше всього, він вже буде в 2020 році, він уменьшиться вдвоє за счет, прежде всего, тих предприятий, які... Понимаете, что они продемонстрировали? Ведь государство далеко не самый эффективный собственник, мы это знаем. Но когда государство, одно дело, является собственником, который не очень эффективно распоряжается своим имуществом, оно стареет, оно низкоконкурентоспособно на рынке. Другое дело, когда определенные отдельные чиновники с государства на этом наживаются. Ведь на самом-то деле определенная часть из этих предприятий осуществляла торговую деятельность под надзором так называемых смотрящих из разных министерств и ведомств, которые в противовес решению директора или зама директора по маркетингу, по экономике, говорили, вы будете у этих покупать, этим продавать. Приклад можете назвать?
Ну, вы знаете, наверное, тогда мы с вами встретимся в суде. Вот. Поскольку, опять-таки, не разглашение, и никто не отменяет последующие инсинуации. Но факт заключается в том, что многие из государственных предприятий, зарабатывая, стоя, допустим, 1 000 000 000 евро сегодня, зарабатывая, допустим, 100 миллионов тех же самых евро за год, декларируя доходную часть, такую же сумму, благодаря системе откатов и фирм-прослоек, набивает карманы отдельно взятых чиновников, которые, будем надеяться, теперь уже останутся не у кормушки, потому что эта система обогащения отдельно взятых людей будет уничтожена благодаря в том числе и такой приватизации. Потому что частный инвестор, назначив своего исполнительного директора, будет четко считать каждую копеечку и будет покупать самый выгодный контракт и продавать по самому выгодному контракту. Как я уже сказал, о мотивации авторов закону йдеться про те, що нинішній статус цих підприємств заважає інвестувати. При цьому вони посилаються на закон України про приватизацію державного і комунального майна, прийнятий минулого року, і стверджують, що там міститься вичерпний перелік майна та об'єктів, які не підлягають приватизації. Там дуже великий такий перелік. В тому числі, ось деякі пункти я би хотів відзначити. Наприклад, майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське оперативно-технологічне управління, магістральні та міждержавні електричні мережі. Не електрична мережа, але магістральна і міждержавна трансаміак. Совершенно вірно. Які є шанси, що її не внесуть в новий список перелік? Ну, смотрите, на самом-то деле екологічна безпечність, ми розуміємо, наскільки це важливий аспект наш. С другой стороны, у нас есть, мы с вами уже неоднократно обсуждали, наши слушатели хорошо знают, у нас есть значит, экологическая бомба, которая расположена за Октябрьским, Николаевский глиноземный завод, который тоже отравляет огромное количество наших территорий, загрязняет акваторию как таковую и так далее и тому подобное. Но это тема отдельного разговора. Безусловно, аммиакопровод – это совсем другое. Это бомба замедленного действия. И мы четко понимаем, что неприятности там могут случиться. Представить себе, что государственная охрана оттуда ушла и была заменена частной охранной структурой, что пришел частный собственник, который будет экономить на обслуживании, на ремонте, на замене запчастей, на самом-то деле нам кажется это каким-то кошмаром. С другой стороны, смотрите, авиационная отрасль практически во всем мире, ну вот мы не говорим Airbus, мы говорим Соединенные Штаты Америки, они производятся полностью частными компаниями. И там идет контроль качества такой, что ну, у нас нигде уже сегодня подобного контроля качества нет. И то вместе с тем они находят периодически какие-то прорехи. Поэтому как бы, тут можно проводить аналогии, но, на мой взгляд, аммиакопровод – это тот стратегический объект, который опасен, если его неправильно эксплуатировать. И, наверное, он должен быть в надежных руках. Но вот надежные руки, мы с вами знаем, это государство или это частный капитал? Здесь не может быть однозначного мнения. Я сегодня, готовясь к передаче, беседовал с тремя экономистами самых разных школ, но все эти люди сегодня, в 2019 году, разного возраста, начиная от 40, заканчивая 70 годами, все они говорили, государство неэффективный собственник, продавать надо все, что можно продать. Все, что можно продать. А контролер? Контролер – это опять-таки тоже государство. Чи може бути ефективним контролером, якщо йдеться, наприклад, про такі підприємства, як атомна станція? Безусловно. Конечно же, контролер, потому что это государство должно через специальные службы, как это сделано в Европе и Америке, контролировать. И тогда частные компании боятся приезда этого контролера, они понимают, ну тут тоже опять-таки нюанс, мы с вами уже за эти 30 год уже видели самых разных контролеров, и поэтому уже как бы трудно представить, что это будет честно. Но представить себе все-таки, что это факт, приходят честные люди и реально контролируют работу. Но почему-то они не могут до сих пор контролировать работу таможни, пограничников. Ну просто не выстачает контролеров, которые контролируют контролеров. Наверное, да, вы правы.
Ще один пункт із цього закону, котрий чітко визначає, які підприємства не можуть бути приватизовані. Об'єкти, що забезпечують національну безпеку України або приватизація яких створює істотні ризики для безпеки держави. І сюди ж підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних сил України, і інших утворених відповідно до закону військових формувань Служби безпеки України. Тобто всі підприємства, відео, яких ви бачите на екрані, і котрі входять до державного концерту у концерну «Укроборонпром», вони, задіючим цим же таки законом про приватизацію, не можуть бути приватизовані. Да. Чи можна розслабитися працівникам «Зорі»? Газотурбінні двигателі, які производять ЮТЗ «Заря», стоять на кораблях, тобто це воєнні суда по термінології, кораблях по всьому світу, починаючи від В'єтнаму і заканчивая там Северным Ледовитым океаном. Этих кораблей много, и новые турбины туда нужны, и нужен ремонт этих турбин. Другой вопрос заключается в том, что на вооружении украинской армии, если мне не изменяет память, турбокораблей уже нет. И исходя из этого, вопрос как бы как палка о двух концах. Можно посмотреть это по-разному. Но я подозреваю, что все-таки южно-турбинный завод «Заря» останется в этом списке по разным причинам, в том числе и потому, что, вот, насколько я понимаю, в ближайшее время заводчане как упреждение, это будет, по-моему, уже второй или третий, это будет третий или даже четвертый раз, когда заводчане будут организованно выходить на мероприятия, на митинги, писать петиции. Невзирая на то, что вот мы с вами видим далеко не самые свежие станки, не самое новейшее оборудование. То есть, ну, для того, чтобы, кілька років, але я да, не знаю, для того, чтобы выпускать конкурентоспособную General Electric или Siemens продукцию, английским компаниям необходимо всегда покупать самое современное оборудование. Опять-таки приходится покупать его за рубежом. Государство в данной ситуации не самый лучший владелец, потому что оно не инвестирует для пополнения станочного парка в нужном объеме. И само собой разумеется, когда мы говорим, что на рынок выходят наши турбины, и выходит турбина европейская, то она может быть даже и дешевле, и удобнее, и ремонтопригодней. По той простой причине, что она сделана действительно на самых современных технологиях. Но, еще раз подчеркиваю, наши газотурбины, наши газовые турбины не конкурируют с большим количеством европейских и американских турбин, они в разных весовых категориях. Ну, у них и рынок свой был завжди. Ну, безусловно, так это и есть. Ну, и с оборонными предприятиями начебто... Ну, ми з вами визначилися так, як воно буде далі, будемо дивитися за рішеннями. А, наприклад, серед цих 40 чи навіть більше підприємств, котрі є в цьому переліку, Миколаївська астрономічна обсерваторія. О, да. От як бути з такими об'єктами? Чого чекати їм? Ну, наскільки я пам'ятаю, обсерваторія подавалась на культурний об'єкт ЮНЕСКО. Я не знаю, получили, просто не помню, к сожалению, получили ли они этот документ или нет, потому что если, допустим, это культурная спадщина, которая зарегистрирована в ЮНЕСКО, то, скорее всего, приватизация она никак не подлежит. Она должна будет принадлежать народу опосредованно через государственное управление. Если же этого нет, ну, смотрите, это полностью дотационное место. То есть там работает несколько десятков замечательнейших людей, которые поддерживают традиции культуры и науки, которые практически, может быть, не занимаются исследованием, а по крайней мере на том уровне, на котором работает сегодня весь мир по одной простой причине. Их техника и морально, и физически устарела. То есть и представить себе, что на этой самой верхней точке города Николаева... А там территория гектарами вымеряется. Насколько... Да, это, на этой территории будет вместо обсерватории, как человека, который любит свой край, не дай бог, я скажу такую фразу, но появится многостройка, такой кондоминиум из нескольких высотных элитных домов, они будут продаваться под лейтмотивом «самый потрясающий вид в городе». И это будет действительно так. И это будет бизнес. Да, мы потеряем обсерваторию, которая является нашим, частью нашей культуры, нашей истории.
Случится это или нет? Ну, опять-таки, решать вроде бы не нам, но с другой стороны, есть еще общественность. То есть мы должны четко понимать, что что бы никакие не были приняты законы, какие бы ни были списки, если масса критическая народа собирается и объясняет, насколько важно сделать так или иначе, но как минимум наши депутаты должны к этому прислушиваться. И они должны, опять-таки, как народные депутаты, должны говорить народному президенту, и народ должен говорить народному президенту, что не надо так делать, надо поступать немножко по-другому. Но есть народ, а есть экономическая целесообразность. И в контексте приближающихся, действительно, абсолютно реально приближающихся в 2020 году глобального международного экономического кризиса, который может по-настоящему ударить, в том числе и по нашей родине, как это было в 2008 году, я не исключаю, что желание продать, чтобы наполнить бюджет, будет превалировать. Тема для однієї з наступних програм – криза. Як її використати з користю для себе, так? Про те, що приватизація може бути частковою, тобто можна продати лише частину акцій, ми вже з вами згадали. А які шанси, наприклад, от, ну, на прикладі обсерваторії, виробничу частину залишать, решту відріжуть і приватизують. Частину виробництва «Зарямаш-проект», котра стосується військового напрямку, залишиться окремим об'єктом, решту газові турбіни для тих же самих газових магістралей і інше, чим вони займаються, відріжуть, приватизують. Чи є такі приклади у нас, чи можливо це? Я не можу сказати по поводу прикладів в Україні, але в світі така практика існує. Когда, неважно, частная ли это корпорация, либо государственная, одна делится на несколько субъектов хозяйствования, 5, 10, там, 20, в зависимости от того, какие объемы, и распродается отдельно. Ну, там отдельно продается, если мы говорим, опять-таки, возвращаясь к украинскому примеру, отдельно продается база отдыха, отдельно продается стоянка автомобилей, отдельно продается автотранспортное предприятие, какая-то заправочная станция, грубо говоря, там продается какой-то цех товаров народного потребления, который там работает сегодня или не работает. И вот таким вот образом происходит частичная распродажа. То есть целостный имущественный комплекс избавляется от сопутствующих, которые являются достаточно зачастую важной социальной сферой для нашего народа, но он обрезает убытки, уменьшает убытки владельца, в данном случае государства. И в частности, когда была приватизация Криворожстали, то один из ключевых моментов был именно то, что владелец хотел, будущий владелец хотел, я покупаю только завод, я не покупаю больше ничего. Я не покупаю ни базы, ни поликлиники, ни санаторий. Я покупаю только завод. И вместе с тем... Ну, это все-таки не виробнища частина. Я маю на увазі те, що стосується виробництва, але за різними напрямками. Тому що «Зарямаш-проект» теж поступово відмовляється від соціальної своєї складової, від соціальної бази. Да, конечно, такое тоже возможно, разделять, выделять отдельные субъекты, приватизировать, переводя их на отдельный юридический адрес, отдельный субъект хозяйствования, возводить между ними забор и тем самым сохранять секретность, режимность этих объектов. Это вполне, вполне достойно. То есть это, если действительно грошей дуже будет хотеться. Уже неодноразово сегодня згадували про то, что... як аксіому практично, що держава не може бути ефективним менеджером. А якщо, ну, можливо, статистика – це занадто буде багато цифр, якщо все ж таки основні приклади взяти за історію незалежності України в Миколаєві, приклади успішної і неуспішної приватизації, ну, хоча посудобудівних заводів, це, мабуть, перше, що складає на думку, так? Да, совершенно верно. Ну, от ми маємо... Разные примеры. Тут вы совершенно правы. Да? Мы имеем пример нашего завода, который, ну, старое название 61 коммунар. Действительно, это была жемчужина 25 лет назад. И сегодня, в общем-то, это руины, которые, ну, в какой-то степени могут использоваться для судоремонта, но это потенциальный, возможно, технопарк. И это собственность Укроборонпрома. Опять-таки, то есть, пример, когда государство как эффективный собственник или неэффективный не смог ничего сделать для того, чтобы... У нас одна хвилина.
Да, есть пример завода «Океан», да, который, пройдя через владение голландцами, пройдя через владение нашими недругами, которые распиливали завод, разделяли, в конечном итоге пришел наш украинский, наш местный национальный инвестор, который приобрел этот завод и который сейчас там ведет модернизацию и развитие. В этом заводе будет большой сектор этого завода, который будет заниматься судоремонтом. Вернее, будет. Он уже занимается. Возможно, мы как-нибудь уделим это отдельную встречу. И будет, безусловно, сектор перевалки, то есть зернотерминал. То есть вот вам два примера заводов, которые по площади, по-моему, приблизительно одинаковы. Ну, у Чорноморського суднобудівного, я навіть забув, як він зараз називається, не було, на жаль, ну, успішного там, прикладу. Там драматична історія, продаж, перепродаж, обніщання, воровство. І, безусловно, звісно, важен менеджмент. Понимаете? То есть, це дійсно важливо, щоб менеджери хотіли розвити це, а хазяїн має правильно контролювати. Він має теж використовувати своє власне розуміння, зачем він це робить. Ми знову повернулися до цієї тези, що держава може і, ну, повинна і може бути ефективним контролером, якщо вона... Тому, коли государство продає, виставляє на торги, обов'язково вони повинні робити пакет документів, требувань, і потім чітко соблюдати. І неоднократно, опять-таки, повертаючись до Криворуссталі, як одному з найуспішніших, неоднократно було предупреждення індусу о том, що, знаєте, ви виходите за якісь пределы. І тоді, що ви думаєте, капіталіст прислушувався, говорить, ладно, хорошо. Дякую. Дякую за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.